Всем доброго аборигена, дорогие друзья. С вами снова Римас. Ну что ж, продолжаем Форест. Да, предыдущие комментарии были намного сильно прям так насыщены, что... Ребят, спасибо большое, что вы немного помогли. Ну, немного, вообще много. В общем, я собираю Water Collector, и для этого нам кто нужен? Черепаха. Черепаха нужна, поэтому, не знаю, я, конечно, тут походу забрел, где есть скалы, и надо нам найти какой-нибудь берег, да? Поехали, ладно. Сейчас будем искать черепаху, хотя уже темнеет и пошел дождь. Ну, тем не менее, да, мы, правда, чуть-чуть устали уже. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, есть у нас время, и если что, мы сможем выжить, в принципе, и если будем находиться далеко от дома. Кстати, по ходу дела, можно посмотреть здесь какие-нибудь пещеры, да? Смотрите, что такое там. Ну-ка, давайте посмотрим, что там. Интересно. Это что, пещера, что ли? Ну-ка. Это очень интересно. Или что это такое? Скорее всего, пещера. Только нам надо как-то вот подобраться туда. Стоп. Ты что, застрял, что ли? Тихо-тихо, сквозь... Вот так вот, отлично. Так, еще раз. Повторением от учения. Во-во-во-во-во-во. Поехали. Это что такое? Что-то прям плывет, смотрите, при движении, да? Блин, мы уже голодны немного. А, что можно сделать? Что можно сделать? Ничего нельзя сделать. Это надо жарить. Это кушать не получится. Так, ладно, уходим тогда. Я думал, здесь какой-то вход-выход есть. Смотрите, какой красивый закат. Это у нас закат, море. Ну, просто красота. Да уж, и это тоже красиво. Смотрите, как это красиво выглядит. Да. Это называется оптимизация. Ну что ж, ладно, игра по сей день находится еще в разработке. Я думаю, еще лет 10 будет находиться в разработке. Ну, мы ждем, ждем. Ждем и надеемся, как говорится, да. Понимаем, что разработчики уже взяли куш свой и не торопятся с игрой. Но, тем не менее, они работают, и это радует. Пока что. Если вообще не забросят это дело, как это было... И есть с игрой DayZ Standalone, да? Так. Кстати, уже темнеет. Я уже начинаю переживать. Не люблю я темноту. Тем более в лесах. В незнакомых для меня. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Поднимайся. Ну, вспомним Skyrim, ребят. Вспомним наши добрые старые серии про Skyrim. Как я поднимался тоже в горы, да? Так. Кстати, нам придется что-то взять. Нам придется что-то взять. Батареи нету здесь, правда. Сейчас у него. Опа. Оленята, ёптать. Ребятки, вы черепах не видели? Так, ну что ж, будем разводить костер, наверное, да? Иди сюда. Не, ребят, походу нам уже темно, и сейчас будет холодно. Поэтому давайте разведем с вами костерчик, да? Огонь нужен всегда. Можем, в принципе, такой маленький сделать. Камней у нас, кстати, много. Давайте лучше маленькое какое-то сделаем. Вот так вот. Отлично. Сейчас мы с вами покушаем. Я надеюсь, никого не будет. Я, кстати, далеко от дома, и надеюсь, что когда-нибудь найду этот дом обратно, потому что я туда вставил, воткнул тотем свой. Это типа, ну, тотем для того, чтобы, если будут чужаки, то этих чужаков мы сможем отогнать этим тотемом. То есть они будут понимать, что это чужая территория, и я не простой, как говорится, да? Так, хорошо. Давайте зажарим это дело. А интересно, зажигалка, газ тоже заканчивается или нет? Вай-вай-вай, вы просто посмотрите, какая красота. Дорогие друзья, вы просто посмотрите на этот красивейший лес. Там, походу, какой-то поселок. Да-да-да. Мы здесь не одни. Ну-ка. Это просто красотища. Я еще графику выставил на максимум.
Алло? А вот кто-то ходит здесь. Так, ну что ж, будем с блоком ходить, да? Баночку берем. Здесь, кстати, полутать можно. Спокойно можно полутать. Ребята, я с миром. Есть кто-нибудь дома? Там кто-то был уже. А вот чемоданчик, сейчас мы его с вами залутаем. Самое главное, чтобы нам в табло здесь не дали. Так, технично, да, прям? Потому что они лазят по деревьям и... Берем, лутаем, пока есть этот... Блин, ужас, сколько они туристов-то здесь перехавали-то, а? Моя там зажарка уже, походу, это, да? Выбираем это дело. Мы ходим кушать. Ай, прекрасно. У меня там, походу, сгорело все. Так, отходим. Че, ептать, потерял? А, не, я думал, потерял. Ой, у меня там все перегорело, походу. Что, реально сгорело? Да, сгорело. Так, давайте еще раз повторим. Повторение, мать учения. Жарим. Ну что ж, мы нашли новую деревню. Сейчас мы с вами ее залутаем немного, да, осторожненько тогда. А после уже пойдем обратно домой. И по ходу дела мы постараемся с вами найти черепаху. Нам нужен панцирь. Для того, чтобы сделать water collector, да, как говорится, собиратель воды. Есть такое сооружение или приспособление для того, чтобы мы... Не остались без воды. Так, все. Кушаем. Ай, прекрасно. А то мы спалили в первый раз. Так, теперь нам надо, нужна вода. Нам надо воду выпить. Да, это что такое? Ну, если что, камушком в табло как чпокнем этим ублюдком. Кстати, уже это что? Это такой, это похоже на рассвет, да? А это не рассвет, дорогие друзья. Это у нас луна пробивается сквозь тумана. Это просто красота, вот просто посмотреть. Правда, мне вот эти вот линии не нравятся. Я прошу прощения. Линии не нравятся вокруг этой луны. Ну ладно. Так, столик тут, походу, разделывали людей. Ну, это понятное дело. Здесь их рубили. Ну, все как обычно. Тихо. Здорово, мужики. Все нормально, я свой. Твою мать. Ты что такая дерзкая, детка? Еще такая музыка проиграла меня аж прям. Ребята, все нормально. Я заберу ваши куски. Они мне нужны. Тихо-тихо, спокуха. Все, чики-поки. Я понимаю, я здесь незваный гость, но... Ребята, айте, какая маленькая краса... Ой-ой-ой, это ее муж пришел, да? Вы что, друг друга херачите? Давай. Да не меня, дура. Тихо-тихо, спокуха. Все, чики-поки. Ты какой... Смотрите, это необычные, да, твари? Смотрите. Херачьте друг друга, уроды. Так, ну ладно, давайте отойдем тогда. Мы им, походу, мы их побеспокоили, да, нечаянно? Ух, нихера, она там стол снесла. Тихо. Так, ну ладно, давайте уйдем тогда. Здесь нам делать нечего. Отойдем, как говорится, с миром, как и пришли. Надеюсь, что они нас преследовать не будут. Опа. Тихо, красотка. Это что такое здесь? Да уйди, не мешай, дура. А где сиськи-то? Тут сиськ не вижу. Тихо, спокуха. Ой, какие прям... Слушайте, они прям не люди, а какие-то звери, реально. Ну, если человек будет всю жизнь в таких условиях еще жрать друг друга, это, конечно, хуже, чем животное станет, да? Но это понятное дело. Есть даже исследование, когда-то в 50-е годы там какие-то американские ученые забрасывали именно таких людей и следили за их поведением. И что вы хотите сказать? Блин, реально там уже не люди, через 5 лет приехали в этот остров, там они уже жестко. Ну, потом его посадили якобы. О, тотем какой-то, смотрите. Да ладно, отстаньте от меня. Вот их, кстати, тотем. Это означает, что здесь где-то рядом есть племя. Ой-ой-ой, как их тут много. Это вы просто посмотрите. Так, нам надо водичку выпить, да? Они нас бьют. Так, они, походу, убили.
кого-то из другого племени, потому что убитый по-другому немного выглядит, нежели чем идти. Красавица. Они еще друг другу херачат. Это они так... Ребят, я все. Ухожу. Все нормально, все чики-поки. Так, я еще не сохранился, блин. Сейчас, если нас чпокнут, у нас с водой проблема, да? Мне надо сейчас резко нажать I, выпить водичку и вернуться в блок. А это очень сложно, потому что эти уроды нас могут добить просто двумя-тремя тычками. Так, ну что ж. Ищем тогда свой дом. Я вроде бы правильно иду, если это так, надеюсь на это. Так. Опять эта музыка. Как я ее не люблю. Как я ее не... А, вот она пропала. Все нормально. Все чики-поки. Так, ну что ж, водичку пьем. Они отстали от нас? Да, отстали. Мы просто не обращаем на них внимания. Зажимаем блок. Это у нас правая кнопка мыши и... А нет, смотрите, стоп, где-то... Где-то они есть. Будем ждать рассвета. Будем ждать рассвета и попытаемся вернуться обратно домой. Ты, сучка, ты уже достала меня. Я тебе сейчас уштаю. Смотри, осторожно. У меня терпение тоже бывает на исходе. Так. А вот и самолет, кстати. Мы вернулись в этот самолет. Ребята, вы просто посмотрите. Неужели мы вернулись в то место, откуда мы и начинали? Или нет? Так. Спокуха, мать ее, цикатуха. Вот там зайчик бегает. Да, это наш самолет. Здесь можно, в принципе, полутать. Это наш самолет, который потерпел крушение, да, в свое время. Так, ты одна? Дура. Или это не наш самолет? Нет, это наш самолет. Да, вот она, кстати, стюардесс. Понятное дело, мы уже обратно туда не придем. Хотя, смотрите, мы, возможно, пофиксили этот баг. Ну-ка, давайте полутаем это дело. Так, превосходно. Нам надо водичкой выпить, да? Ой-ой-ой-ой-ой! Да там их толпище целое. Давайте водички выпьем. Тихо. Спокуха, цикатуха, ребята. Все нормально. Это уже ребята с другого племени, да, я так понимаю. И, походу, они с друг другом не ладят. А вот и платки появились. Я же платы же. Так, топор. Возвращаем. Топор, ёптать. Топор! Где мой топор? Ты, сучка, ты орешь-то, а как? Так, а где мой топор? Че, я его лутанул, что ли? Убрал, что ли? Тихо. Спокуха. Еще один идиот. Так, а где мой топор? Куда-то я его убрал, походу. Ну-ка, минуточку. У меня залагало с топором. Может быть, это лаг? Или нет? Так, ребята, нормально все. Я не хочу с вами ничего делать. Убивать не хочу вас. Не, реально, я топор свой просрал. Запарил ты уже. Тихо. Уходим. Сейчас они нас добьют. Блин, я еще без брони. Я вообще про броню забыл. Я там-то, в принципе, полутал нормально, поубивал этих ящериц. Но без брони остался. Так, ладно, упал самолет. Куда мы ушли? В какую сторону? Нам надо дождаться рассвета, это обязательно. И вернуться домой. Там у нас есть тотемчик и есть костер, огонь. Мы можем просто отогнать этих индейцев на исходные места. А, ну, прежде нам надо найти свой потерянный гребаный топор. Или, возможно, это лаг какой-то сработал, потому что я его никуда не бросал. Давайте посмотрим, поищем здесь. А, да, не получится у нас, конечно, палкой их поубивать. Вот здесь вот, да, я где-то его потерял. А вот и черепаха, вот зачем она вообще нужна. Черепаху нашли, блядь, топора нету. Черепаху нашли, топора нету. Так, еще раз. Ищем, где топор, где гребаный топор. Нету топора. Как мы его потеряли? Да ладно, ребят. Да я не шучу. Броню одеваем. Так, это не надо, сникерс у нас не надо, мы пока не голодны. А, гребаный топор. Куда он делся?
Подождите, палкой мы же палкой можем, да, ее ушатать? Ну-ка, где она? Да. Ее, мы ее не пробиваем, что ли? Пробиваем. Мы ее не пробиваем. А, мы так за камни можем добывать. Смотрите, дорогие друзья. Или что, мы ее... Что, мы добыли, нет? Нет. Она просто спряталась. Свой панцирь. Вот хитрая. Слушай, мне нужен твой панцирь. Блин, где топор? О, уже рассвет. Топор, топор. Ты где мой топор? Доллары нам не нужен. Коинс, это у нас монеты. Алоэ. Алоэ вера. Так, сид. Семена. Сид это семена, я так понимаю, да? Нет, нет, нет. Римас, какой позор. Не знаешь. Так. Ну что ж, топор мы с вами продули. Давайте полутаем, может быть, где-то я его выкинул сюда. Ну реально, я вот здесь где-то его потерял. Твою мать, вот это тупняк, конечно. Забираем это дело. Интересно, а мы сами скрафтить его не можем? Что-то я не посмотрел. Так, ну что ж, у нас рассвет. Этих индейцев нет, да, позади? Они уже ушли куда-то. Видимо, они как бы попытались меня убить. Увидели, как бы я такой более пассивный, и оставили меня в покое. Это радует, потому что я не попал им на утренний тихо завтрак, да? Это очень сильно радует. Так, ну что ж, топор просрали, нашли черепаху, топор просрали. Давайте сейчас посмотрим. Так. Еще раз. Я еще раз хочу посмотреть. Возможно, где-то он просто. Но он не мог просто так взять и исчезнуть. Блин, как ее теперь? Коктейлем молотом, что ли, его шатать? А, давайте ее зажарим коктейлем молотом. Как говорится, мы должны... Так. Ну. Где мой топор? Прикинь. Что, у нее тоже термальная защита есть, что ли? Так, это что за чемоданчик? Это у нас пустой чемоданчик, да? Так, ну ладно, давайте тогда попытаемся пробраться в этот самолет обратно. Если это вообще возможно. Так, извиняюсь. Красавица. Нет, не получится. Не получится. Где-то еще были топоры. Я помню, как-то я находил. Даже знал места. Но, к сожалению, я уже забыл. Потому что я давным-давно не играл. Так, ну, мы можем сюда залезть, в принципе. И как-то вот у нас здесь баг есть был такой. Что вот через хвостовую часть мы смогли попасть в самолет. Или отсюда. Ну-ка, давайте вот так вот. Там бутылочка, смотрите, не залутанная. А луты, походу, тут появляются, потому что я весь самолет вроде бы полутал. Помните, да, в первой серии? Ладно, что ж, мы просрали свой топор. Это самое важное, как самый важный инструмент для выживания, я считаю. Поэтому нам придется найти другой, либо скрафтить другой, да? Так, ну ладно, давайте сейчас вернемся к самолету. Вроде бы к самолету они уже подойти не должны, они уже здесь недавно были. И с вами попытаемся... Найти, может быть, есть какой-нибудь крафт топора. Почитаем книжку. Да уж. Пошли за одним, потеряли другой, ёптать. Это Римас. Ой, ёшкин ты свет. Так. Это у нас тотем, я его уже собрал. Дальше. Кожа, череп. Там понятно. Ну, там окна, шмокна, да, там лестницы всякие. Ой, вот это вот это, понятное дело. Это нам не нужно. Топор, походу, надо искать. Топор надо искать.
Хорошо. Это у нас понятно. Здесь у нас пока страницы не появляются. Нам надо искать новый топор. Ну, давайте тогда к берегу. Обычно возле берега, так, насколько я помню, вот это вот дело заберем. Надо полутать все это дело. Возможно, здесь есть какие-то всякие соки, сникерсы и так далее. Это все нам понадобится. Так, убираем эту херню. Чуть-чуть. Траванулись, ребят. Нормально все, бывает. Мы что-то съели или что-то выпили. Так, это что, гриб? Это грибок, что ли? Да, мы, походу, что-то такое непонятное съели. И все. Так, нам надо покушать теперь, да, я так понимаю. Ну, давайте еще раз костерчик разведем. Ну, ладно. Уберем зажигалку, вообще она нам теперь не нужна. А вот топор появился. Неужели это я так? Ни хера себе, откуда он появился-то? Убираем это дело, да, вот так убрали. Топор появился, ребят, неужели надо будет потом перемотать? Может быть, он появился, он был, я его просто не видел. Какой полнейший позор. Ладно, давайте вернемся, давайте вот покушаем кролятину. А то мы уже кушать хотим. Кушать хотим, хотим, хотим. Ой, мой любимый топор. Там еще какой-то был, помню, я лутал как-то, помню, давным-давно. Такой, ну, наш топор, да? Не такой прям желтый, оранжевый. С нормальной рукой. Что такое, колючка, что ли, или что это? Убираем ее нахер. Или что-то бы там съели, походу, не то. Вот они, кстати, индейцы вернулись. Нам надо сейчас быстренько... Да, я кушать хочу, давай. Все, прекрасно. Так, индейцы вернулись. Топор мы нашли свой. Да уж. Это может только Римас сделать. Так, теперь надо нам вернуться к той черепашке. Черепашку нам надо брать. По любасу. Теперь, ну, правда, мы ее теперь не найдем по любасу. Ну, ладно, хорошо, идем дальше. Ой, дождик пошел. Вот сейчас... Черепаха нам нужна, потому что без воды, как говорится, очень сложно. Резко так гроза пошла и прям дождик ливанул. Это джунгли, это лес, это форест, детка. Так, уходим. Хвостов нет у нас? Нет, пока вроде нормально все. Очень странно, что нам отдыхать не надо, хотя я уже сколько времени... Нахожусь в... Ну, то есть не сплю и так далее. Возможно, здесь влияет на работу. То есть, если чем больше вы там рубите дрова или что-то делаете, тем, зайчик, иди ко мне, мой мальчик. Бим. А вот что тотем? Да. Тотем за тотемом. Ой, иди сюда, красавец. Ты мне нужен. Черепаху не видел? Так, забираем. А вот и берег, кстати, там бывают черепахи. Давайте посмотрим. Навряд ли я, наверное, кого-нибудь здесь найду. Так. Что-то вообще никого нет. Ни одной живой души. Не, ребят, вот была черепаха, не было, нечем было убить ее. Я, да, теперь вернули мы свой топор. Смотрите, какие-то лаги, смотрите, какие фризы. Вы просто посмотрите на это. Да что такое у меня впервые такое? Это называется ранний доступ к игре The Forest. Да ладно, перья можно взять. Кстати, перья нам нужны. Я так понимаю, для того, чтобы скрафтить лук. Это просто жесть. Забираем, забираем это дело. Нам нужно это дело, извиняюсь, ребятишки. Вы нам нужны, хотя что-то мы что-то там ничего не лутаем. Ну-ка еще раз. Ну-ка еще раз.
Не, убивать просто так без надобности я не буду, конечно. Так, еще раз идем сюда. Ну-ну-ну, давай, ломай. Уа. Под весу не больше так это забрасываем. Так, а где эти индейцы, кстати? По-любому они за нами следят, да? Тотем, мой тотем. Надо потом домой вернуться. Я вам покажу, я там тотемчик свой поставил. Что вот, батя Римас там хозяин. Если подойдешь близко, раз-раз, я на матрас тебе батя Римас сделаю. В общем, ну, тотем это для того, чтобы ребятишки знали, что это чужая территория. Теперь здесь какой-то чужой, серьезный мужик живет и, как говорится, обживает свою территорию. Этот тотем, это для кошек как метка, да, там метку поставил, все. А ты теперь знаешь, что здесь кто-то другой живет. Что за хрень? Палатка, что ли? Да, ребят, смотрите, здесь палатка. Ну, правда, ничего такого нету интересного. Да, мне вот эти вот лаги теперь начинают не нравиться. Смотрите, ребят. Реально как-то вот прям глаза режут. Ну что ж, ладно, давайте, ребят, в этой серии мы с вами немного разобрались. Чего как-то можно, в принципе, спокойно проходить мимо этих индейцев, да, там. Нажал блок и прошел, пообщался, ушел и так далее. Они бесконечно за вами следить не будут. Самое главное набраться терпения и идти дальше. Теперь наша задача найти наш домик. Я не знаю, ребят, напишите в комментариях, как теперь его найти. Вроде по берегу, да, мы там шли. Я помню, был маркер. Кстати, там что, лодка, что ли? А ну-ка давайте посмотрим. Не будем пока завершать это дело. Посмотрим, там походу лодка. Так, там черепахи нет, да? Кстати, хороший берег. Можно было бы здесь сделать дом, как говорится, да? Или что-то такое, чтобы можно было сохраниться. Ну, да, палатку, например, да, поставить. Да, давайте сейчас мы эту палатку поставим здесь. Да, вот здесь лодка. Кстати, возле лодки там бывает всякий разный лут, я так понимаю. Да. А лодка наша, лодка. Там тоже палатки есть. Да, кстати, давайте переедем. Да здесь и все готово. Пожалуйста, заходи и живи, ёптать. Что такое? Что я одел-то? Скафандр, что ли? Ух, нихера себе. Ой, не скафандр, говорю, этот. Да, я теперь могу под водой плавать. И кастрюлю взяли. Это просто прекрасно. Это просто, мать его, отлично. Так, ну что ж, ладно, давайте с этого, да? Покуха. Не то. Спокуха, спокуха. Ты моя цикатуха. Повернуть. Не будем ворочать. Так, ветки нам нужны, да? Давайте снимем это дело, пока она нам не нужна. Мы ее сняли или дропнули? Я надеюсь, мы ее сняли. Да, мы ее сняли. Нормально все. Так, ну да, это чтобы под водой плавать нам и так далее. Она нам пока не нужна. Мы сейчас с вами должны построить и быстренько сохраниться. Вроде бы с едой разобрались. С водой пока что нет, к сожалению. Ну, черепах, я думаю, можно найти. Это у нас... Я не думаю, что у нас такая большая проблема будет с черепашки ниндзя, да? Самое главное собрать это дело. А, кстати, здесь вот есть... Да, здесь вот такую воду, я так понимаю, можно пить. Или нельзя? Кто-то говорил в комментариях, что Римас, ты, ну бас, ты, говорит, найди какую-нибудь лужу и вот там можешь выпить. Так, ладно, хорошо, давайте достроим это дело. Там жаба, слышали, да? Куэ-как, куэ-как. Ай, тотем, не тотем меня. Да ладно, еще что ли хочешь? Ну давай. Вот это зарубим. Так. Я так понимаю, здесь растения тоже вроде бы растут. Или нет? Не знаю. Потому что если мы будем все подряд рубить, мы останемся без леса. Хотя здесь, ну, очень много деревьев.
Ну что ж, друзья, давайте сохранимся. Немного так разбираемся, да, уже потихонечку. Нашли лодку. В следующей серии мы эту лодку с вами облутаем. Посмотрим, что здесь в окрестности. Как, конечно же, будем продолжать искать. Я даже назову эту серию «В поисках черепахи». С вами был Римас. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. И если вы есть в ВКонтакте, присоединяйтесь в нашу группу. Ссылочка в описании к нашему видео. Ну, с вами был Римас. Всем удачи. До скорых встреч.